Меня зовут Вера, я заместитель директора компании «Литвин Туристик», и сегодня я прилетела для вас в Албанию. Будем смотреть эту замечательную страну вместе, все вам буду рассказывать, комментировать и показывать. Смотрите, пожалуйста, наше видео, ставьте лайки. Да, сейчас направляемся в отель «Флауэр». Это отель также находится в Галеме, как и предыдущий. Это пятерка, это 5 звезд. Но, оговорюсь, это вторая береговая линия. И наши туристы, ну, как бы считают, что далековато, 200 метров. От пляжа на пляж очень красивый, очень широкая пляжная полоса, зонтики, шезлонги у нас есть бесплатно. Это один из немногих отелей, который принимает к оплате карты Visa, Maestro, MasterCard. С этим в Албании очень большая проблема. Этот отель принимает с животными, и здесь есть спа и фитнес-зал. Отель «Флауэр». Входим в сам отель. Здесь есть детская инфраструктура. Здесь есть русскоговорящий персонал, что тоже очень здорово. Отель большой, достаточно для албанских. Здесь хорошая зона. Зона приема. Ой, ребята, я сбежала от своей группы, снимаю вам внутренний двор. Бассейн, есть бар. Сейчас дойдем до детской площадки. Не очень отдыхающие довольны, что их снимают. Вот еще раз бар. Напомню, что этот отель работает на все включено. Что вообще, в принципе, не свойственно для Албании. Но рядом инфраструктура шикарная, поэтому можно брать и другой вид питания, можно брать завтраки, можно брать полупансион. Поднялись смотреть номер. Ну, тут везде красные ковры. Так стилистически оформлено. Номер в отеле «Флауэр». Плоховато вам видно. Там даже море не видно. Так, все здесь тоже немножко видно, да? Очень хороший простор, да? Что делать? Номера, конечно, огромные. Что у нас тут? Балкончик, да? Балкончик. Ой-ой-ой-ой-ой. Балкончик. Ну, просто ну, то, что строишь очень, рядом, да? Как бы, очень маленькие. И территория отеля минимальная. Нет, цена, самое главное, это цена вопроса. Это цена всегда. Если 61, то это можно и... Тут нам выключили опять свет. Ну, надеюсь, вы что-то увидите. Конечно, ванная комната шикарная. Вопросов нету, фен. Огромный душ. Не видно. Возвращаемся к автобусу из отеля «Флауэр». Да, это пятерка. Ну, мое собственное мнение о том, что все-таки 5 звезд, ну, может быть, да, сильно много, потому что как таковой территории нет, все, что я вам отсняла. Да, питание все включено, но нужно ли оно в Албании? Но многие наши как бы хотят этого. Отель, кстати, вот мы сейчас посмотрели, он уже почти заселен, и очень наших вообще никого нет. Все иностранцы, итальянцы и немцы. Все, кого мы встретили, был кое-кто из украинцев. Очень хорошие номера, очень хорошие. Вопросов к номерам вообще нет, они вылизаны, идеальные, обновленные, есть делюксы. Но до моря на самом деле далеко. Да, пляж собственный, зонтики, лежаки, шезлонги есть. Ни за что платить не нужно. Но, не знаю, как-то смешанные чувства остались после этого отеля. Друзья, путешествуйте больше, расширяйте ваши горизонты. А с вами была Лера. Пока-пока!